Рядом со мной Лора Камбо. Добрый вечер. И Мария Медведева. Здравствуйте. Лора, сегодня в дуэте выступаете? Да, я сегодня выступаю в дуэте с новой песней Дима. Ее написала Мария Медведева. Она также поет первый раз. Маша, как пришла идея создать такую песню? Я пишу много, это мое любимое занятие. И вдруг, ни с того ни с сего, пришла такая шаловливая, хитрая идея. И вот эта песня прозвучит сегодня впервые. Там есть такие строчки «Дима», да, «Интима», откуда это все? Из головы, не поверите. Это моя бурная фантазия, ребята. А это с кем-то связано? Есть герой этой песни? Нет, героев у этой песни нет. Это просто намурлыканная история самой себе. У меня так всегда. Я пишу оттуда. Лорак. Прямо здесь. Давайте. И... Дима, па-па-дам, так хочется интима, па-па-дам. Дима, па-па-дам, но ты проходишь мимо, па-па-дам. Дима, па-па-дам, любовь непобедима, па-па-дам. И страсть неугасима, Дима, тобой неизлечима, я. Все, супер. Будем ждать вашего выступления на сцене. Лора, что поменялось с последней пиар-вечеринки? Что нового? Ой, ну у нас много всего нового. Мы даем концерты. Вот так же вот мы создали новый дуэт. Вот, Маша написала песню и пригласила меня петь с ней. Ну, я вот согласилась. Мне очень приятно, что мне иногда поступают такие вот предложения. Я просто ей сказала: Лора, хоры петь по отдельности. Давай споем дуэтом. Как-то так. Маша, а вы первый раз у нас на пиар-вечеринке. Да. Как у вас впечатление? Все нравится? Очень все нравится. И атмосфера, и коллектив, организация бесподобна. Супер. Лора, пожелания нашим зрителям и тем, кто сегодня здесь будет выступать. Ну всем, конечно, творческого, позитивного настроения, успехов, процветания, ну и всего-всего хорошего. Приходите сами, приводите новых друзей. Радуйте нас своими новыми произведениями. Спасибо. Спасибо вам огромное. Да, Маша, и пожелания тоже. Ребята, процветайте, живите, будьте достойным, отличным, организованным, органичным, я бы сказала, проектом. Вы даете людям шанс в большую звездную жизнь. Браво, ребята! Все, спасибо.